Так, ладно, вот скоро подъедем. Я сразу говорю, выпуска, мне нафиг просто побегали нафиг. Выбегают бетера и сразу пулемет отработал. Мне сразу сбить с пулемета. Да, прям моментально. Огонец, все свободно. А можно вопрос вообще? Противник увидит, как мы подъезжаем, начнет по нам отрабатывать. Вот он, он едет. Смотреть на него. Вот посмотрите на него. Через прицел пулемет. По-моему, уже война идет. Там трассеры работают. Может, бетер был. Так, мы подъезжаем, прием. Так, едем дальше. Перезарядка. Осторожно, назад. На вышке сидит. Понял. Паша, на вышке сидят кто-то. Да, Дельта, мы уже начали штурм покупать. Снайпер простреливается. Машина работает. По нам пути, Паша. Почему не подойдем? Проходим, подъезд. Перезарядка. Куда? Так, окей, письмо. Подбегаем к нашей стене, ставим бомбу. Заряжаю следующую коробку. Наведите, куда бить сейчас мне. Да, мы по стенам не сидим. Взрывчатка исчезла, Рикса. Понял. А сколько ее? Перезарядка. Титан, кстати, от нас пришел. Ну, с Кэтином тот старт играет, лучше не в ту сторону. Если что, на бетерке могу заехать еще. Нет, не надо. Так, прием. Следующая зарядка. А Ми-24 вообще прилетит? Должен. 15 минут до него. 15 от старта. Минут? От старта 15 минут. Бейсмут, работай куда-нибудь. Просто куда-нибудь. Мне продолжать давить? Так, по мне работай. Алло. Ты меня кто такой? Первый убил. Это кто такой РПГшник был, считаешь? Не, РПГшник не. Я на средней башне сидел, ты меня просто. А. Он был мне. Версия, да, я понял. Тянул вроде и не кидал.
Там стенки менее кривые, короче. Куда залезть? Это картошка, скорее всего, с РПГ, с РПГ. Я прошу, как по ракетам на голову прошел. А ты у карты? Ну, где покажи себя? Зачем ты старую кидаешь? Тихо, старую кидаешь. Ничего не работает. У нас же блок какая-то рабочая. Древняя. Ух, как повезло. Я включил которую самую новую версию. Номер самый. Ну это древняя. Выходит, что она древняя. Да. То есть у тебя там совершенность, блядь, проблемки небольшие. Нет, я такой новый не кидал тогда. Оу, картошку убил. Миром. Убили. Картошку. Чё? Ты из РПГ убил в бета? Да, я бета разжёг. Понятно. Да вы меня давили. Да? Не понял. Паша, как ты умер? Меня картошка из РПГ убил. Нормально. А мы, короче, нормально зашли, там нормально уже порешали. Мы что-то задержали. И я, короче, в наглую пошел. Лицом человек меня кто-то убил. Там люди и, заблудились. И Бисмут у меня по духам с РПГ долбанул. Он чуть не убил. И меня, кстати, тоже. Короче, там прикол у другого отряда, короче, пулеметчик сидит на горе. И просто давит куда-то, и просто по нам иногда прилетает, там, не знаю, как-то. И я нас, короче, подавляет. Убил, вроде. А, вот что по мне летело. У меня очередь тупо влетела. Там прикол, у нас снайпер махнул, ну нет, он там летает где-то. Я обрисовал. Ферма, меня вообще обидно вышел. Там ветер вообще. Ларри прям врывался. Ну что, нормально вышли? А, словил. Слышь, Бисмут, хватит по духам не стрелять, я тебя валяю. Чего? Ты меня по духам с РПГ долбанул. Ты сказал стреляй, я выстрелил. Такой, я сижу, это, давай, отстреливай. Бух, вот за ухо у меня прилетает ракета такая. Нормально, а чё? А вопрос, а чё Макдок тут делает? Макдок. Что он тут делает? Гейминг у него чё? Думаю, чувак, своя игра. Что он там дотошёл? Так, блин, такая. Чё это за бред такой? Я стреляю, а у меня в невидимую текстуру попадает, и меня убивает. Группа жизни. Нормально, как будто первый день. Это ты прям завален? Развалено? Ну да, там есть такое. Отлично просто. Давайте сначала пристреливаться, смотреть куда бить, а потом... Нормально. Я отлично посмотрел. Говори, к двум идёт. Да чё за фигня? Телепортировался, что за хрень? Хочу заражал быстро, да? Я не понял вообще. Он появился передо мной. Из ниоткуда? Да вообще. Вот такие поразины. Что за хрень вообще была? Нет, это реально нормально здесь, мне это понравилось. Ой, блядь, да? Так, блядь, Паша, никто не сидит, никто не говорит, заебись. Да, наверное. А там давление, ты знаешь, как его, ой. Может, стройку сыграем? Что, стройку? А чё, блин? Чё бэха не работало? Там где без бэхи нормально. Только ящик остался, лол. Катается там. Где вертолёт? Вертолётчики летят, не? Всё, сейчас полетят. Только не успеют уже. Да там Иванчик один остался. Зачем им успевать? Да ладно, Иванчик продержится. Там мины ещё есть. Иванчик вообще прошаренный, он видишь, как стоит? Его не возьмут вообще. Ну я не знаю, где он поставили.
смысле его гранату не мог кидать? Нужно, чтобы выбить Ивальчика, отжать вертолет и сесть сверху, проще с РПГ понять. Ходите уже в базу, я поняла. Да нет, Ивальчика с РПГ же можно выбить. Зря ушел. Я тебя наверное жду, по кому не стреляю. Мне нравится, короче, смотри, вот центральной башни там есть окно замурованное. Зачем оно там? Понравился вот так окошко. Тактика. Нет, я не стреляю, потому что не видит там трупы, вычекивает, кто там есть. Я тоже шел, а где же есть башни-пустышки, которые нельзя на них наверх именно забраться? Да. Ну да, вон они. Да. Ой, блин, а я еще задумал, какие же из них они. Их тут три все. Не самые толстые. А где? Нет, на одну можно забраться, короче, ту лестницу поставили. Где бэха зеленых? Она едет еще. А, ну надо. Их, ну и что зашли, не рванули они. Че с мулями? Так, первый же. Так, он где пробежал? Который вот тут, блин, Декфору, тебе сказал, они так не работают. Они работают, он далеко от них пробежал, алло. Ну давай посмотрим, может я сейчас зайду. Интересно, я взрывчатку какую-нибудь. Те не взорвали, но они не взорвались. Не-не, не взорвали. Это за... Вот сейчас... Ну, не поставил, и, короче, она пропала. Вот она не взорвали. Да не работает они. Что за фигня? Там написано, до активации 5 секунд. И я убежал. А там завести боевой взвод еще надо делать. Я нажал боевой взвод, там до активации 5 секунд. Я убежал. Понятно. Ты их как растяжки ставил или просто? Нет, я поставил на правилах и боевой взвод поставил. Что? Бейсик, такая фигня, что без растяжки. Ну, вот они тоже с растяжкой. Там у них не. Ой, видишь, не работают они так, они все с растяжками работают. Я потом запущу эту миссию и сам буду чекать. Да чекай, чекай. Бейсик не работает без растяжки. А, расскажи мне, как растяжку поставить. Ты просто нажал. На мину просто. Так, первая, его первая жертва. Он еще живой. Там жив. Уползает. Дэк, пойдем вниз, я тебе объясню. Поясню. За шмот. Да, за мину. А у Бэти завтра нормально сразу. Я его сейчас убью, Бэха. Крабы всякие. Не, ну так-то, чтобы крабу отработать, сейчас все уже в этом. В... Да. Как он работает? Так, вопрос. А-а-а. Если все защитники умрут, то игра. Да, все, все. Да? Окей, значит, крабы не надо делать. Че не надо? Крабы убивать. Не, ну если хочется, можно. Зря Иванчик так встал. Фиговое место, конечно. Опа, кто-то упал. А кто упал? А, нет. У меня такой же лаг был. Его не живой еще? Да? Да. Алло! Старая версия. Убиваем. Вертушка зайдет. Просто накрой. Карочка, ты сдох. Да, меня убил. Блядь, что так жестко, алло? Нет, короче, сдох. Меня убили.